Разметочный инструмент пика. Тут много разных аксессуаров, которые помогут вам нанести след на ту или иную поверхность. Карандаши, восковые мелкие маркеры, маркеры для глубоких отверстий, для разметки отверстий перед тем, как вы будете засверливаться туда. Но самое популярное из всего этого многообразия – это вот эти два механических карандаша. Один для плотников с широким стержнем и второй для столяров с узким стержнем. У них есть заточка, интегрированная в корпус держателя. В случае со столярным карандашом мы получаем острый тонкий стержень, а в случае с плотницким карандашом мы можем довести стержень на наждачной бумаге. Для этих карандашей есть разный ассортимент стержней. Есть стержни, которые пишут по всем материалам, есть стержни, которые пишут по сухому дереву, есть стержни, которые пишут по мокрому дереву. Сейчас мы на примере двухстороннего карандаша по сухому и влажному дереву посмотрим, как выглядит след. У меня есть доска мокрая, она всю ночь лежала в воде, и сухая ее часть. Вот здесь у меня две стороны, сухая и влажная. Ну, это написано на английском языке dry и wet. Берем сухую. На сухом дереве все видно, на мокром дереве тоже видно, но видно уже хуже. Теперь берем сторону для мокрого дерева. На сухом дереве она более блеклая, но зато на мокром разница очевидна. Перевернем, тут доска более шершавая. Мокрая, сухое, практически не видно. А сторона специально для мокрого дерева, все прекрасно. Вот такие же ровные стержни есть и для плотницкого карандаша, и для столярного механического. Это намного удобнее, чем точить обычный деревянный. Ну и, соответственно, вызовет зависть всех, у кого такого карандаша еще нет. Это основное, что я хотел рассказать. Но помимо этих двух популярных карандашей, есть держатель для обычных плотницких карандашей со встроенным лезвием для подточки этих карандашей. Есть маркеры для глубоких отверстий, позволяющие насквозь отмечать. Есть восковые маркеры со сменными стержнями. Обычные маркеры, миллиметровые или даже меньше миллиметра. Восковые мелки для работы с мягкой черепицей. Это вот такой держатель, а сами мелки бывают разных цветов. Широкие маркеры, белые маркеры. Карандаши восковые, карандаши для рисования на дереве или на металле. Классические карандаши белые, черные, HB или 2H. Вот такой вот всем знакомый, мне кажется, советский карандаш. В общем, ассортимент очень большой, все это можно посмотреть и заказать на нашем сайте.